Святу. После матча пресс-конференция после игры МБК Николаев, БК Запорожье ЗОГ, представители гостей, капитан команды БК Запорожье Станислав Денько. Ваш комментарий по игре? Это очень обидное поражение и разочаровывающее, потому что мы действительно много готовились и были конкретно у нас четкие условия победы, требования, которые мы должны были выполнить. И это принесло бы результат 100%, но очень много дали забить из краски. Потом, когда перестроились, поняли, что надо закрыть краску, получили трехочковый, и из-за нашего порой такого глупого, неорганизованного нападения давали возможность Николаеву забить легкие очки из прорыва. Как только мы играли командно, умно, с передачей, с четкими заслонами, грамотные атаки, все получалось, было легко вернуться в защиту, было легко отстоять в защите. Ну вот, к сожалению, такой стабильности нет у нас, у нашей команды, поэтому мы отпустили до минус 20, вернулись до минус 5, опять отпустили, опять вернулись, и не хватило стабильности какого-то уровня, чтобы характера, может, чтобы дожать и победить. Спасибо, Стас, спасибо. Спасибо вам. Thank you.